Всем привет! Как создать аккаунт, как зарегистрировать аккаунт на бирже BitHump Global? Сегодня разберем эту тему быстро и простыми словами. Итак, для начала мы должны вбить все необходимые данные, почту, пароль и так далее. Есть еще такое поле Invitation Code, оно будет в описании под видео. Вот. Перед тем, как нажать Create Account кнопку, вы должны получить код верификации. Для этого нажмем на кнопку Send, проведем ползунок вот этот. Далее нам будет на почту отправлен вот этот вот код, на то, который мы указали. Здесь мы его берем, копируем. Вот этот вот код верификации. И вставляем потом в соответствующее поле. Все, после всего этого можно нажимать кнопку Create Account, и в итоге аккаунт будет создан. Вот, в принципе, все очень просто и понятно. Все, всем удачи, пока.